Всем привет, с вами Борис Плотников. Я приглашаю вас на свой сольный концерт 26 июня. Конечно, я говорю, что он мой сольный. На самом деле со мной будут играть просто потрясающие музыканты, замечательный состав. Игорь Муллер на гитаре, Дмитрий Максимов на басу, Илья Липатов на барабанах, Илья Щабли на саксофоне и на клавишных. И будут специальные гости. Папа Лайн зачитает в стиле рагамаффин. Ксения Коробкова, между прочим, полуфиналистка 5-го сезона «Голос», споет несколько песен. А Алексей Давлетшин сыграет на гитаре в том числе свое авторское произведение. Мы ждем вас в сценарио кафе. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00. Мы сыграем мои авторские композиции, мы сыграем русские песни. Нас будет постоянно тянуть к современным ритмам хип-хопа и драм-н-бейса, но при этом все это будет наполнено джазовой свободой и импровизацией. Приходите, мы вас ждем. Билеты по ссылкам в описании, где-то здесь.